В Брестском социально-педагогическом центре сегодня живут 26 мальчиков и девочек. У этих детей желания практически одинаковые. Хочется красивый портфель, футбольный мяч и бутсы, фитнес-браслет, ролики и куклу. Но самое главное желание, чтобы мама и папа были рядом. А гостям здесь всегда рады, и помощи тоже. Помощь очень актуальна, потому что очень приятно, когда наши дети, воспитанники приюта, всегда одеты чисто, аккуратно, в новую школьную форму, белые чистые рубашечки, когда они, приходя и садясь за парты, ничем не отличаются от других воспитанников. Благодаря поддержке небезразличных людей, в том числе Следственного комитета, Генерального консульства Российской Федерации в городе Бресте и других многих, которые уже ранее побывали здесь, в этом учреждении, детки, по сути дела, полностью готовы к школе. Они помогли им и канцелярскими принадлежностями, и школьными принадлежностями, и школьной формой. Такая инициатива заслуживает внимания всегда, везде. Почему? Потому что, наверное, в натуре белорусского народа помогать ближнему. Чтобы поздравить ребят, свои дела военные отложили в сторону пограничники, сотрудники Следственного комитета, дипломаты, чиновники. Ведь детям необходимы и внимание, и забота. От мужчин особенно. А потому в социально-педагогическом центре они гости постоянные. Их здесь знают и всегда с нетерпением ждут. Мы, как военнослужащие пограничники, как офицеры, так и прапорщики, все категории военнослужащих органов пограничной службы принимают участие в данной акции. Она заключается в том, чтобы оказать помощь тем детям, которые оказали по тем или иным обстоятельствам оказались без попечения родителей. Это категория детей, которые, как никто, нуждаются в поддержке. Как известно, дети – это цветы жизни, это наше будущее. И это будущее, для того, чтобы оно было светлым, чтобы оно исполняло все наши желания, стало настоящими патриотами своей страны, нужно поддерживать. И сегодня от военнослужащих органов пограничной службы были вручены ряд подарков детям настоящего учреждения образования. Небезучастными не остался никто. От имени командования, от имени командира Брестской пограничной группы хочу пожелать всем учащимся, всем детям крепкого здоровья, легких знаний и слушаться своих учителей, и стать настоящими патриотами и защитниками своего отечества. Очень важно поддержать ребят, которые находятся в таком положении, незащищенном, наверное, положении, прежде всего, поддержать им, высказать добрые слова, напутствие в преддверии 1 сентября, оказать ту же спонсорскую помощь для того, чтобы ребята чувствовали и праздничную атмосферу, и то, что есть забота о них, есть поддержка для этих детей, что они не остались, несмотря на трудную жизненную ситуацию, одни. Забота и помощь ближнему – это качество настоящего альтруиста, человека, не безразличного к судьбам других людей, а особенно к судьбам детей. Поэтому в Брестском социально-педагогическом центре каждому воспитаннику стараются найти особый подход. А все потому, что каждый ребенок здесь очень ценен.